и продолжаем играть в игрушку Арк. Сегодня у нас прям грандиознейшие планы. Мы должны сегодня сгонять, приручить Анкила, Колобка. Но в идеале кого-нибудь, кто у нас жжет дерево. Но что-то у нас эти пока проблемы. Ну, дело десятое. Значит, посидел, поизучал. Нам нужно реально сделать workstation. Вот я его нашел. Guardian workstation. А, и обсидиан. И обсидиана нужно. Написано, хотите начать выживание в мире Арк, типа Guardian файл, создайте этот стол. Соответственно, я не знаю, что там есть, поэтому посмотрим. Сейчас пока что банальных самых нам нужно зверюшек, потому что нам нужно уже отгородиться полностью. Мне уже заколебали эти бронточи, которые ходят, топчутся. Мне надоело то, что у меня динозавры разбегаются вечно в панике и так далее. Ну как в панике? Типа морду набить кому-то. Вот, в панике другие становятся. Соответственно, нам нужно сделать вот это. Нам нужно... Ох, блин. Нам нужно, в принципе, ресурсов неплохо так подфармить. Ну-ка, давай-ка посмотрим, как, кто из них кто. На-на, вот смотри, раптора бьют. Лошару. А, это тек-раптор. Так, это 20-й. 20-й. Нет, неинтересно нам. Эти нам вообще не интересны. Нам нужен кто-то такой. Например, вот 140-й. Это какие? Вот я смотрю, еще два ходит. Ну-ка, секунду. Лучше 150, так 95-й. Вот, 130-й. Вот это сойдет вполне себе. Значит, смотри, мы сейчас что делаем? Мы сейчас делаем вот так. Кусь. Долго кусать будем. Очень долго будем кусать. Нет, нормально. Не то чтобы прям долго. А я! По пяточке прям. Дальше, пассив. Дальше, берем вот так вот. У нас она крутая, я думаю, она должна пробить. Я знаю, что вообще с этим не охотятся. На дидиков. Но тем не менее. Мне кажется, это должно нормально быть. Потому что у нас она 200 сколько там дамага же дает, да? Может, ее и прокатит. А может и нет. Давай еще одну стрелу и проверим. Результативность. Торпор, нормально, торпор идет. Половина, правда, пока еще даже не дошла. Ну, как бы, ладно. Пока бьем, нормально. А, вот смотри, тут и Анкила сразу ходит, хорошо. Спокойно. Поизучал, в общем, там, оказывается, бионик Дина эти хреново тучи. Там есть бионик Дина Додо Рекс 2.0. Там есть какой-то там король. Там есть какие-то виверны, короче, тут дофига, короче, чего есть, но нам на все это нужны ресурсы, пипец, сколько. Спокойно. Опа, спокойно, уперся в кактус. На тебя в хвостик. Сейчас мы его в хвостик долбанем. Ой, дай бежит, а. Да подожди, если я сейчас дикобраза выращу, подожди, это у меня. Да он убегает. Ну все, тот отстал. Смотри, сейчас застрянет. Нет, смотри, какой умный. Это хорошо, раз такой умный. Колобок. Значит, он нам пригодится. Вот спит, хорош, красавец ты мой. Красавчик. А я ягодки не взял. Ай, ладно. Пойдем, пока он голодает. Посмотрим, что там с анкилами у нас, как дела обстоят. 15-й. 55-й. Кто 156-й был? Подожди, 156 вроде был, нет кто-то? Это как вообще? Не, наверное, показалось. Ну ладно. Наверное, 135-й был. Хорошо. Значит, с дедиком более-менее тут все понятно. Проблем не должно возникнуть. Так, жука надо это. Хитин. Блин, ты нифига. Ты прикинь, да вот так вот выйдешь на даче лето, а вот такая хреновина пролетает. Ты, блин, эту кукуцу посмотришь, она тебя еще унесет с собой. Смотри, жало какое. Обалдеть. Так. Ты голодный? Ты еще нифига ты... А, не, подожди. Это оглушение, не туда смотрю. Но, в принципе, не голодный. Хорошо, давай тогда пока что ягодки соберем. Это... Это не проблема. Тут нету ягодок. Тут нету ягодок. Блин. А, слушай, а с этого собирается? А, вот, собирается нормально. С кактуса пойдет. Я думал, с кактуса ягоды не собирается. Нет, нормально собирается, хорошо. Смотри, какого я нашел. Это Альфа Рекс. Давай-ка мы его покусаем. Не знаю, зачем, но давай покусаем. Я думал его приручить, как бы, а потом посмотрел, это Альфач.
А потом посмотрел 85-й левел. И что-то вроде бы как и не в тему бы. И не приручать, и ничего вообще. Ты смотри, что творят, да? Просто вот... О, это 150-й был. 150-го бы можно было бы. Так, полетели отсюда. Это вообще жесть. Сколько у него хоть хп-то осталось? Половину только сняли. Да, слушай. Альфа-Рекс 85-й. Всего на всего 85-й левел, ты прикинь. Блин. А что, отхилизываться, да, надо? Ну, давай отхилимся. Ладно, я думаю, хватит, надоело мне его уже кормить. Реально, очень много времени его уходит на это. Смотри, мы, знаешь, что неправильно сделали немножко? Я же забыл. Вот так надо было сделать. Но у него половина хп, я посмотрел. Там 32 тысячи у него, он половину только восстановил. Ну, давай-ка подлетим. Плюс нас тогда било-то два динозавра, а сейчас он будет типа один. Плюс мы в фуллове его теперь. По идее, должно все хватить. Вообще, зашибись должно быть. Да, конечно, ага, вот если он так вот будет уворачиваться, то хрен мы тут что вообще сделаем? Надо вот так вот подойти, пока он как бы... А, вон опять, смотри. Во-во, смотри, хорошо. Вот так и надо. Так, все, аккуратненько, аккуратненько. Потому что нам нужно, чтобы хп осталось у нас. Ой, выносливость осталась. А что-то мы по 800 бьем, по-моему, помощнее стали бить, нет? Там мы всего по 200 ему убили тогда, или нет? Или так и было? Нет, что-то по 200 бы мы не успели бы ему столько хп снять. Да-да-да, нормально, нормально, по 800. По 200, значит, по какому-то вон, наверное, по этим били. Нет, собака, ты этот, у меня помрешь сейчас. Во! Да то смотри нам сколько сейчас, ну-ка, сколько левелов дали. 4! 4, бляха-муха, левела! А чё так много? Блин. Не, ну так это вообще капец. Это просто, это вообще нереально мало. Ладно, погнали, погнали, погнали. Все, полетели. А она у нас, я думаю, сама восстановится как-нибудь. Не спеша. А чё ты такая уставшая? Нам нужен анкилл теперь. Вот анкилла у нас еще нет. Кстати говоря, можно, в принципе, вот этих поискать. Дерево подобывать. Ну ладно, дерево пока вроде как-то сильно не требуется. Что-то нам не сильно везет с анкиллой, поэтому давай, наверное, вот это вот уже возьмем. Я думаю, он нам вполне пригодится. Так, никто не нападает на меня. Не получается, выше 90 пока не видел ни одного, поэтому ладно. Он нам тут не сильно критичен на самом деле, поэтому так. Он нам нужен по большому счету, чтобы металл добывать, да, этот, скажи мне. Кремень, ну. А я тебе про что, я же тебе говорю, кремень, а ты не слышишь. Вот, нормально. Ладно, сейчас уснет. Сейчас мы из него... А, ну все, он засыпает уже, все. Сейчас дикобраза сделаем, и хорошо будет. Все, спит, отлично. Так, замечательно, теперь нужно его защищать. А это мы умеем. А, не всегда, через раз, но это мы все равно умеем. Ну и последний у нас по плану. Я все-таки хочу притомить этого шипастика. Даже шипастик он называется, да? Который дерево собирает. Забыл, как называется, прикинь. Я даже не, примерно не помню, как он называется. Вот, ну вот ладно. В общем, ребятки, вы еще не забывайте. Вы сразу уже в комментариях мне пишите моды, какие мы будем проходить. Потому что, судя по тому, как оно записывается, я с огромным удовольствием это сейчас делаю. Давно такого удовольствия я от арка не получал. Вот это я хочу притомить. Подожди, я такой левел. Вот, соответственно, пишите моды, какие хотите видеть. Ой, он прекрасен. И мы будем уже смотреть. И, наверное, арк-то будем возрождать. Почему нет? Раз удовольствие появилось. Раз вот на одном дыхании просто записываю. Это какая-то уже пятая серия. Буквально на одном дыхании. Вот сегодня за день это четвертая у меня серия, чтобы успеть к вам на праздники все это сделать. Так, ну надо вот как-то вот, вот так вот завалить. Себя обезопасить. Котяра, блин. Тихо. А вот, ну эти, ладно, эти деритесь. Тут момент какой? Момент такой, чтобы на нас никто не напал. Типа вот такой кошки. Ну-ка, стой. О, нормально. Хорошо, замечательно. Смотри, как шикарно. Так, а сколько у тебя топора? А, так у тебя топор. Хрен да ни хрена. Хлобысь, надо бегать. Кошка, твою мать, кошка. Я знал, она придет. Волк. Нет, это подожди, это не кошка, это волк. Ну ладно, он волк убежал.
Давай вот, наверное, мы отсюда постреляем в него. Вот так вот. В хвост, наверное, попадем. Виву. Ай! Виву надо вырубить. Нет, подожди. Волк опять приперся. Нам нужно съесть волка так, чтобы шипастика не сожрать. Там не карма, там все подряд. Что ты ко мне пристал? А я знаю, как мы сделаем. Хова! Эй! Вот так вот мы сделаем. Тянь сюда. Он успокоится сейчас. Он отойдет. А ты что за мою Виву прячешься-то, а? За маленькую мою беззащитную Виву. Черт, я в Виву попал, да? Маленькая, беззащитная. Он за нее прячется. Такой большой и сильный. Ну нет, хорошо. Да что ты Виву-то бьешь? Так, мотылек, свалил бы ты нахрен отсюда. Конечно. Дотягивает, смотри. А он все, он оглушается. Походу. Десант пошел. Спокойно. Сейчас мы его догоним. Уснул. Хе-хе-хе. А ты куда полетела-то? А что ты за мной следуешь? Меня сейчас съедят. Вернись, сволочь. Хвостатая. Отлично. Блин, ты смотри, как карно прибежали черти. Наперебежали-то тут, блин. Вот-вот-вот, да, вот его бейте. Хорош, 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 тихо-тихо-тихо. Спокойно, вот это надо завалить еще. И вон кошки бегут. Ты смотри, что творится-то, а? А, шипастый дракон так и назывался. Я думаю, что шипастик, думаю. Какого перепугу шипастик? Уже дракон, еще и шипастый. Ты куда это? А, ну, кстати, смотри, шелк добыли, тоже неплохо. Надо вот это вот, короче, закомячить все, потому что, блин, они идут на мясо. Мясо, это ж халява, халява. Так, Дидик, в самом деле, имей совесть. Молодец. Во, сейчас он последний карный, сейчас давай его хлопнем быстренько. И шипастика заодно. И кенгура, кенгура сюда же. Он еще один карна. Не смотри, блин. Я его даже покормить не могу. С руки, с ложечки, как маленького. Ну-ка, спокойно. Спокойно. Так, у тебя, по-моему, было мяско прем. Ох. Прям дофига мяско прем было. Все, отлично, сейчас мы его приручим. Летят утки. Слушай, хорошо зашли. Вот прям такой костячок хорошо так прошелся. Еще то, что бы по всем прям идеально было бы замечательно. В общем, миссия у нас выполнена. Мы все, что нужно было, сделали. Сейчас мы ограждаемся бегемотами. Вот от таких соседей назойливых. Дальше что мы делаем? Дальше мы фармим, смотрим, что нам нужно для бионика и так далее создать. Тег тейбл туда-сюда. Металл нам нужен дикому. Вот мы сейчас, наверное, с металла-то и начнем как раз. Ну-ка. Нормально, похомячили. Все, вот с металла-то мы сейчас, наверное, думаю, и начнем. Пока оно будет плавиться, у нас все, как минимум, остальное уже накопится. Попутно-то, смотри, сколько ништяков мы тут понабрали. Ладно, погнали. Че, теперь строимся, строимся. Давно хотел к себе коттедж, вот давно он. Если не в жизни, да хоть в арке да построю. За обсидианом. Ну-ка, а там, подожди, какое? А там непонятно, он так не показывает, зараза. Ладно, давай вот это 180-е в целом хорошее. Понятно. Проблема в том, что я не на той виверне полетел, блин. Ну ладно. Пойди-ка, засилит, если нападут. Вообще, нападать кто-то будет, нет? По-моему, никого. Мы в тот раз, по-моему, неплохо так подзавалили их. Ну ладно, пускай. Вроде как, вряд ли, да, кто-то нападать будет. Но вопрос с обсидианом это не решило совершенно. Конечно, приятно. Приятный такой бонус, но я, как бы, обсидиан нужен. При этом я не всем понял. Я сейчас залез в Workstation, а где его создавать-то я не понял. Вопрос. Потому что его нигде нету. Я его изучил, но его нигде нет. Подожди, а может его в луче надо было создать? Ну-ка давай посмотрим, может действительно он в луче создается. Секунду. О, смотри, еще одно яйцо. Сейчас мы все яйца чекнем.
какой левел? Даже на омлет не хватит. Так, проверяем. Так, кстати, да. Ну-ка, давай-ка, на пассив тебя сразу. Ты улетишь куда-нибудь? Нет, смотри-ка, у них здесь создаются. Блин. Ладно, это мы тогда посмотрим. В любом случае, сегодня тейк-тейбл, сегодня бионик у нас сделать надо. А это уже как бы, ну, надо бы, но не так спеху. Ну-ка, смотри, разборочка. Давай-ка попробуем сюда аккуратненько валиться. А тут мы довольно нехреново сможем левел, я думаю, поднять. Если мы хоть кого-нибудь завалим, потому что... это я зря придумал, потому что выносливость у нас кончилась. Это не та виверна. Выносливость, она не это. Не отличается совершенно. Да и дамагом-то, честно говоря, паршиво. Ладно, уровень достается тяжело. Надо. Смотри, этого почти загрызли. Совместно, блин, с индусами, хрюшками. Давай. Диадона съели одного. Да она устала, я вижу, понимаю. Надо отдохнуть. Сейчас давай отдохнем и улетим нахрен отсюда. Я думаю, так будет лучше. Она не приспособлена для таких дамагов, для таких истязаний. Ладно, полетели, все. Повыделывались. Поняли, что повыделывались не на тех. Надо уходить. Блин, а где же обсидиана? Же дофигища было прям. Прям точно помню, было много. Ё-моё, и что-то как-то это. Прям даже у нас на острове где-то было, а я вот найти что-то не могу. Ладно. Мелочи жизни, дойдем. На крайняк вон туда, на вулкан сгоняем. На вулкане по-любому много. Там, правда, виверны злючие. Ну да ладно. Гига большой. Кстати, первый раз тут гигу увидел. О, да он круче, чем альфач. Тот был. Ну, в принципе, да, гига он всегда был мощнее, но я, честно говоря, просто на этой карте его первый раз вообще увидел сейчас. За все это время. Вот, это не обсидиан случайно, это камушки, да? Это камушки. А вот это вот не обсидиан. Нет, тоже камушки. Ладно, сейчас найдем все равно. И вот тут я лаканулся по полной. Я забыл, что правая кнопка у виверны. Она бьет и по своим тоже. Там на нас напал Бронта. Ну как напал? Достал меня Бронта. Я решил по нему всадить. Ну и всадил, в общем. А там был Анкило наш. В общем, нам нужно Анкило. Но это, в принципе, не сложно. Вон, есть 90 левел тоже, смотрю. Тут 85-й был, еще что-то. То есть не страшно. Думаю, спокойненько мы сейчас притаймим. Так, ты куда скотина побежала? О, сдуйся отсюда. Во, хорошо. Так, по-быстрому. Все очень быстренько и оперативно делаем. Потому что там всякие чайки волгодские ходят. Раз. Два. Три. Надо его по кругу бегать, чтобы он не убежал никуда. Четыре. Тут более-менее безопасно. Если, конечно, тут не вынырнет такой динозавр, как в фильме там «Мир юрского периода». Не сожрет его нахрен. Как тот этого... кого он там? Индоминус Рекс сражал, по-моему, да, он? Так, ты, главное, не уплывай. Тебе плавать противопоказано. Хорошо. Все, отлично. Так, ну ладно, это нормально. Это нормально. Это норма. И это что такое? О, нифига себе. Я его нашел. И зайдет. Так, секунду. Отбой всему строительству. Смотри, что заметил. Сейчас я тебе покажу. Ну, небо, конечно, красивое, но нет. Санта-Клаус. Я просто не знаю, если у него что-то вообще падает. Кто такой вообще? Ну-ка, давай полетели, узнаем. Потому что тут до того был, типа, Санта... Кто он там? Раптор, типа, появился. И вот мне интересно, а вот за Санта-Клаусом вообще реально нет успеть? Или вот он так? Для вида просто. Не, походу его нереально догнать. Или реально? Чуть непонятно. Почти все уже сделал. Осталось его ворота доделать и все. При этом пришлось еще за этим пилить. Да не, он исчез сразу. Блин, ложная тревога. Пришлось еще пилить, чтобы шипастику седло сделать. Это ж нужно было глину. А глина это у нас, соответственно, песок и, блин, этот кактус. Ой, короче, выделывался еще. Ладно, все, мелочи жизни. У нас, в принципе, металл есть, все есть. Уже немножко наплавил, сейчас останется там доплавить. И начинаем собирать уже все, что нужно. А, это вода такая, я думаю, нифига себе. Ну, глюк какой-то. Вот он момент истины. Текстол для бионикарка. Но пока еще сам не знаю, что это такое. Может, и знаю, но не помню. Мы как-то вроде смотрели его. Тут я, насколько понимаю, создавать можно всех это.
О, мантикор, я такую призвал, это я проверял. Прикольное. Так, это у нас все, что у нас есть, да? Хорошо. Что-то не так, что много есть. Трилобит. Волк. О, я себе волка хочу. Черный жемчуг. Электроники. Металл. Подожди, а что-нибудь попроще есть? Нам нужно что-нибудь прям такое простенькое. Это, по-моему, самое простенькое и было. Хорошо, да, давай себе хотя бы базик тековскую броню сделаем. А черный жемчуг... Подожди-ка, секунду. Во-первых, смотри, тут бионик Додо Рексис. Это уже круто. Это значит, вот мы можем бить. Вот она. А, полимер и жемчуг, в принципе. А органический полимер ему интересно пройдет, нет? Давай проверим. Так, простой полимер. В смысле, органический. И где-то у меня жемчуг валялся. А жемчуг где? А, ну да. Он если и валяется, то, скорее всего, где-то здесь. Вот он точно. Ну, давай проверим. Прокатит, не прокатит? Или ему прям полимер нужен? Мне, смотри, ему прям полимер нужен. А его не надо никак пихать. Требуется гель удильщика, чтобы запустить. Ладно. Ладно. Значит, что тогда делаем? Тогда план такой. Нам нужно идти на дно залечь и найти все это барахло. Ой, что ты? Подожди, ты это сюда закинь. Хорошо, тогда план такой. Нам нужно реально на дно. Блин, а на дно-то это нифига, это ж надо сейчас как-то акулу притомит. Ну, в принципе. Не совсем понял пока с воркстейшеном, вот с этим что. Сейчас попробую, конечно, перезапустить. И посмотреть, может, она просто глюканула. И у меня на нигде не отображается. Я так понимаю, она должна вот так же, вот как вот этот, появиться просто. Но если нет, через консоль вызовем. Потому что я где не читал, она просто появляется. Ну, давай проверять. А на этом пока что предлагаю закончить. Дело в том, что выпуск получился достаточно такой длинный, высокий. Ты не знаю, как широкий, как кому угодно. Около 50 там минут. Поэтому я решил разбить его на две части. Примерно по 25 минут плюс-минус. Поэтому на сегодня мы заканчиваем. Все ссылки будут в описании под видео. Серия понравилась, большой палец вверх. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.